Югорчане выступят на всероссийском конкурсе чтецов. Он откроется сегодня в Ялте. Наш округ представит школьники Нижневартовска, Нефтеюганска и Кандинского района. Ежегодно конкурс собирает более 2 миллионов участников. Ребята в возрасте от 10 до 16 лет читают вслух отрывки своих любимых прозаических произведений. Их оценивают за артистизм, грамотную речь и даже глубину проникновения. Лучших ждет суперфинал, который пройдет на Красной площади в Москве.